Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с новым сезоном, да? И, в принципе, сейчас, ребята, я не знаю, может мы куда-то пойдем в другое измерение, или может сейчас, фиг его знает, может каких-то боссов еще сейчас найдем. Капут позаспаунилось вот этих тварюк тут вокруг, да? Которые своими причиндалами машут. Ух. Я боюсь, что хрен мы его убьем. Ух. А, тут только не в доме, только не в доме. Не взрывайте нифига, пожалуйста. Пожалуйста, не надо взрывать. А, босяра конченая. Капут. Нет. Нет, нет, нет. Вот видите, ребята, нам даже вот элементарного вот такого моба, босса убить нереально, потому что он нереально сильный, поэтому я думаю, ребята, сейчас мы, чтобы нам... Что я хотел? Что это за хрень? Как это я поменял? Ладно. Так, тут еще куча всяких вот этих, ураниум, титаниум, я не знаю, сможем ли мы вот это сделать, сейчас мы, ух, да у меня же столько еды, а я, если честно, даже и забыл. Так, 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 чтобы никто тут не спавнились, так, еще, вот что, только как мы сейчас поспим, если тут куча всяких... Вот этих. Я слышу, как вы там топаете. Нельзя спать, конечно же. Куча всяких монстров тут. А всех ты их... О, отлично, можно спать. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Да, вот давай. Отлично, ребят, хотя бы выспались. Так, сейчас титаниум, ураниум. Не хватит, конечно же, ресурсов, чтобы сделать себе вот тот меч офигенный, да? Но все же. А один ураниум не хватает. И мы сможем сделать себе вот тот меч. Воу. Слушай, иди-ка ты нафиг с моего дома. Ну давай, если... Кого это? Это я тебя ударил? Харе, эти звуки напрягают. Да, звуки, конечно. Так, ладно, ребята, ладно, ладно, ладно. Что я хотел? Да, вот что я хотел. Идем мы накопаем себе немного песка, чтобы сделать себе окна и чтобы сделать себе двери хотя бы. И сейчас мы себе потолок, может, сделаем, а то просто уже капут. Надоели спавниться, забегать в мой дом. И дом тоже такой. Заходите, не бойтесь, да? С открытыми дверями, и окнами и всем. Ну, я, в принципе, думаю, уже хватит. Сейчас мы еще Мэджикарпа прокачаем. Смотрю на Мэджикарпа и говорю, сейчас мы еще Мэджикарпа прокачаем. Нет, Маткипа мы прокачаем, ребята. Попытаемся хотя бы, да? Отлично. Так, 14 уровень. Так, идем мы домой, 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 домой. Отлично. Вылечим сейчас мы его. Давай. Так. Сейчас мы хотя бы себе вот так элементарно сделаем. Так, сейчас, секундочку. Ш
А тут действительно просто ТП-хаются в дом. Да, они вроде и так сможут ТП-хаться, но хотя бы в дом не будут забегать всякие. Да? Не знаю, хватит ли вот этой древесины. Думаю, что нет. Ладно, пока что не хватило потом, если что. Так. Это пока что, пускай пока что делается. И сейчас. Ну, пускай это все делается. Если мы сейчас сможем, то хотя бы прокачаем немного еще мат-типа. И ему вроде еще 1-2 уровня, да, осталось. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. С кого вообще этот ураниум выпал? Ураниум и титаниум. Но нам сейчас нужен ураниум. Давайте этих тоже всех поубиваем. Хотя бы у нас будет немного всяких ресурсов. Так. Пошли, ребята. Сейчас мы попробуем их всех поубивать. Если выпадет хотя бы какая-то бронька, то уже будет нормально. А какая вообще тут бронька может быть лучше, чем... Так, Эмеральд. Ну вот это я не знаю, тут не пишет, но я не знаю, лучше она, не лучше. Какая еще тут может быть? Армор. Ну, тут не пишет. Так, ладно, ребята. Фиг его знает. Ну, в принципе, конечно, есть тут еще какие-то броньки, да, но... Те же алмазные, но алмазные, я не знаю, наверное, не сможем мы сделать себе алмазные, просто-напросто не хватит алмазов, я так думаю. Ну, фиг его знает. Так, давайте опять. А, это обычный зомби, да? Так. Это кто у нас будет? Опять вот тот скелет, да? Нет, это обычный. Нет, это... Так, убили. О, сейчас, давайте еще вот этого. Отлично. 15 уровень. Давайте еще вот этого. Так, вот так совместили, да? Убили одного моба, потом на покемона немного прокачали на других покемонов. Убили еще одного моба, опять покемона прокачали. Так, ну как бы и мобов убиваем, да, и покемон. Ну, сейчас, секундочку. Как бы и мобов, да? Убили какого-то моба, поубивали мобов. О, видим какого-то там покемона, на котором можно прокачаться. И еще и покемона убили, да? Так. Сейчас. Давайте сначала покушаем, если... А, у нас еще... А, есть как? Нет, у нас только еды тут. Так. И заспауним мы вот этого вот-то, да? Как он там называется? Давай, сейчас мы тебя... Ух, сколько железа. На нем так фармить железо можно. Ну, конечно, чтобы на нем фармить, нужно его спаун найти, да? Вот еще один есть у нас, в принципе. Сейчас мы и его. А, ну и жизни у него реально много. И нормально с него так вот этого выпадает. Так. И сейчас мы еще можем заспавнить. Кого мы тут можем заспавнить? Сейчас, опять покушаем. Кого мы там можем заспавнить? Ансет Ворм. Воу. Че это такое? Кто меня поджег? Офигеть. Это... Ты что, охренел, что ли? Хотя, кому я это говорю? А, мы же зомби, да? Я такой думаю, кто нас поджигает, да? А мы же зомби. Зомби же горит на свете, как я понял. Я просто даже не заметил этого.
Так, куча тут всяких уже вот этих монстров, в которых мы можем превратиться. Да харе меня бить откуда-то. Ну, где ты? Где ты, зараза? Давай, еще немного. Давай, вылазь, зараза. Отлично, убили. Еще убьем раз. О, это с него выпало. Да, походу да. А нет, это с нас выпало. А, у нас просто уже и броньки толком нету. Ну, как бы, уже вся сломалась или еще что-то. Ну где ты? Ну, вылазь, зараза. Так, сейчас. Ну? Отлично, убили. Так, я думаю, потом, в принципе, еще можно пойти в шахту, так как в шахтах мы можем найти опять эти спауны, а можем еще как бы более, да, такие спауны найти. А, да, этого мы не убьем, да? Или... Да, убили, отлично. Ух! Наконец-то, ребята, эволюция Маткипа. Давай. Давай уже. Наконец-то хотя бы его эволюция, да? Марштом. Отлично, ребята, вот он. Сейчас мы его вылечим. Так. Сейчас мы его вылечим. Нет. Так. Так. Давайте мы его вылечим, вылечим, вылечим. И, в принципе, уже будет проще, да, ним прокачиваться, так как эволюция уже произошла. Вот он, отлично. Так. Сейчас. Ребята, может мы все-таки пойдем реально в другое измерение? Хотя фиг его знает, сейчас или нет. В шахте реально можно просто найти еще вот эти спавнеры, да, но это в шахте нужно, конечно, все-таки побегать, да, и просто-напросто поискать вот это все. Или оно может сразу встретиться где-то, или нужно все-таки поискать немного. Это, в принципе, как получится, да? Его мы, не знаю, убьем, не убьем. Куры тут травящиеся. Нифига себе так травящиеся. Отлично. Еще один. Так. Покушаем. Еще тут кто-то будет, не будет. Марш. Ну, в принципе, 17 уровень это уже нормально, да? Ну, конечно, нужно. О, это что там? А это, наверное, опять вот та фигня. Ну, гипно мы, конечно же, не убьем. Сейчас мы сюда пойдем, это что такое? Вот какие-то там. А, эти. Это вот эти штуки, да? О! Сейчас. Ну не, он, ну, в принципе, не знаю, пригодится ли вот это. Но хотя. Хотя. Диск, да. Подняли мы его. О, так, сейчас. Тут еще ж нет, тут. Где тут вход? Капут. Опять лаги начались. Я уже не знаю, что с ними делать. Я уже все перепробовал, что только возможно. Но лаги и так есть. Так, сейчас.
Секундочку, ребята. Так. Нет, и так лагает. Ладно. Я уже не знаю, что делать с этим. Давай, 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 давай. Так быстрее, мне кажется, нет, с двумя руками. Так, ну, сейчас, 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 ребята. Так, ну что, идем мы домой. Только где наш дом опять? Вот где-то вот там, да? Да, где-то вот там. Ух, это... Нет, мне показалось, это еще один такой босс, которого мы тогда убили, летающий, да? Но это не он. Ладно, давайте все-таки не будем его вот этот пока что собирать потом. Если... Ну, потом не знаю, но в принципе сейчас не будем. Идем мы сначала сейчас домой, ребята. Я уже потом, наверное, сделаю дом, а то просто капут. Не дома, без дверей, да, без крыши. Так. О, скелет там с какой-то шапочкой, которой у нас еще нету. Или есть? Нет, нету. Ух, тут. Офигеть, так. Ух, это еще что там взорвалось-то? И кто это вообще взорвал? Сейчас бы покушать. Так. Ну там куча скорпионов и вот этого всего, поэтому я туда даже сейчас идти не буду. Опять рука поменялась или что это поменялось? Опять лаги. Да почему лаги вот эти? Идем домой. Вот капут. Фу. И опять рука поменялась. Ну, как бы вот это. Иди сюда. Так, отлично. Иди сюда. О, кто там босс? Да, сейчас мы вас так валить будем. Заразы. Печеньки с него выпали. Сколько вас тут? Так. Опять там кто-то идет. Вот так вот, отлично. Там еще кто-то, не знаю. Муравишка. О, опять звуки. Вот ты охреневший скелет. Undercnight. Вот ты напугал капот опять. Ну где ты? Ну иди сюда, зараза. Давай, давай, ты пехайся. Зверюга конченая. Напал так неожиданно, капут. Не-не-не. Твою же мать, и этого крипера. О, это еще что за шапочка?
Такой у нас еще нету. Так. Опять что-то. Так. В принципе, ребята, я так думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Все-таки, наверное, в следующей серии, ребята, мы уже пойдем. Или я просто без серии, наверное, пойду в шахту и добуду еще какие-то спаунеры, да? Или мы пойдем уже, наверное, в следующее измерение какое-то. И, наверное, там что-то сделаем, да. Поэтому, ребята, на этом мы закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.